Всем привет, дорогие друзья, вы смотрите Smite Лига 1 на 1. И сегодня я попытаюсь поиграть за Бакасуру. Как и просили. Я его ненавижу. Это слишком сильный, простой, однокнопочный персонаж. И как бы я не получу удовольствия, играя за него. Выиграю я или проиграю, это в принципе не важно. Победить его может Аполлон. Ну, либо разожравшийся Хантер с Фрост Талисом. Либо какой-нибудь бурстовый маг. Хибо может победить. Если попадет ультой нормально. Посейдон может победить. В теории. Но трудно будет ему. Посейдону. Хотя и Бакасури тоже будет не сладко. Хороший Хронос. Хроноса надо банить. Хронос и бесит своим бэкдором. В последнее время очень сильно. И сразу предупреждаю. Я не умею играть за Бакасуру, я замаксил его только ради скина. В прошлом сезоне, кажется, в первом или в каком, если ты в платине или в даймонде, я не помню, давали халявный скин на Бакасуру. Да, вот этот вот, поэтому я его и замаксил. Но играть я за него не умею. Так что я, наверное, буду собирать самый дебильный билд, который только может быть. Чтобы показать, насколько он силен. Но это при условии, что против меня не выпадет какой-нибудь контрпик. Единственное, что я знаю о Бакасури, это то, что ему надо собирать как можно больше скорости атаки. Вот и все. Ну и, конечно же, жрать миньонов. Медуза. Давайте подумаем. В теории она может проконтрить мой ульт. Но ей трудно будет сбежать, если мобы упадут на нее, в кавычках, правильным образом, то она не сможет сбежать тройкой. И если она будет ультовать сразу же после моей ульты, меня не застанет. Так что можно будет не париться по поводу этого. Мы возьмем Death Toll и возьмем где-то. Чувал. Вот так вот. Ну, что дальше? Спринт, наверное, будет лучше всего. У него огромная скорость передвижения. Но если она врубит спринт, то нам наш спринт поможет. Скиллы все на единичку. Сомневаюсь, что она будет меня инвейдить, это глупо. Если она пойдет на мид, то я ей помешаю. Нет, она не пошла на мид. Она ныкается тоже. А, вот. Нет, хорошо. Ой, лаки начались. Вот как. Я не думаю, что Аегис помог бы ей спастись от моего ульта или от моей ульты. Кому как больше нравится. Но теперь точно не поможет, потому что она его просрала. О, кстати, я неправильно делаю. Мне надо было жрать большого. It burns so good.
Что? Окей. Вот это было неловко, скажем так. Я надеялся, что последний удар ее добьет. Я развернулся, чтобы убегать, но как бы вышечка меня дубасила. Ужас, просто ужас. Ладно, возьмем ману по-быстрому. Вот, собственно, сила Бакасуры. Сливая ФБ в легкую, вообще без проблем можно ее убить. Ну, благодаря тому, что у меня куча миньонов было для ульты. Хотя, должен признать, мне сильно повезло с противником. Ее очень легко заблокировать, чтобы она не могла убежать. Да, я неправильно заюзал ульт, кстати. Очень плохо. И тем не менее ее убил. И я не хвастаюсь. Это я так намекаю, что Бакасура слишком силен. Если кто-то вдруг не понял. А, ну ок, одного забрал. Окей. Последний удар ее не добил. Ничего страшного. Значит, будем бегать и снова кушать мобчиков. Если она останется... А, нет, не останется. Она бы умерла. Через 2 секунды ульт. Покоцаем ее вышку. Да, этот ролик будет, наверное, не слишком информативным. Во-первых, из-за того, что я плохой Бакасура. А во-вторых... А, черт возьми. Почему он не сожрал моба, а вместо этого убил его? Непонятно. Нужно валить. Фаталис. А, я думал, я ее напугаю. Ну ладно. Вернитесь, пельмешки. Не, да, неловко получилось. Ой, лаги, не надо лагать. Flash.
Вот как. Окей. У нее есть ульт. Сейчас. Пора валить. Как только я доберу Фаталис, я стану для нее неубиваемым просто. К тому же у меня денег хватает на большее. Так, сюда, что там у нее? А давайте повыебываемся. Вот так делаем. Она, возможно, сейчас чистит быка. Это для нее единственный выход. Нет, она чистила ману. Очень зря. А у нее билд на урон. Плохой выбор, плохой. Против Бакасуры я вообще советую собирать мерзкий билд. И лично в моих глазах это не будет. О, черт возьми. Я не успел развернуться. А, дерьмо. Очень хорошо сыграла. Так как она начала заряжать ульт во время моего прыжка. И у меня не хватило времени развернуться. Так, о чем я говорил? Играя против Баки, я не считаю, что просто Талис это мерзкий билд. А, жаль, его скушать нельзя. Интересно, она сейчас в шоке? Или нет? Меня, кстати, спас бафчик. Глупо было лезть на нее, когда у нее волна мобов. Я бы умер там, если бы не регенерация ПК. Но хрен с ним. Что есть, то есть. Теперь возьмем защиты чутка. А вот она, вот этот билд. Ясненько, ясненько. Вообще никаких усилий, вот правда. Я не понимаю хайрезов. Почему они не изменят этих старых персонажей, за которых вообще не нужно никакого умения, чтобы играть и выигрывать? У нее сейчас есть ульт, насколько я понимаю. Что там у нее? А, вот как уже. Ну, пока что ее это не спасет. Ну, окей. У меня нет спринта. Бежать под Феникс бессмысленно.
повторюсь, у нее есть ульт, и даже если я успею увернуться, ну я, в принципе, успел бы, потому что, ну, прыжок-то у меня на КД, то она бы все равно повесила на меня замедление от ульты, затем от фростбаунта и так дальше. Окей, окей, ну ладно. А, уже все, собрала. Хорошо. Мне нужно больше скорости передвижения. Но пока что... вот так сделаем. Еще рано. Толстичка. Подбираем баф. То есть, по сути, сейчас ее даже мерзкий билд не спасет никак. Защита тоже не спасет, потому что тройка активированная. Пробивает защиту. True damage. Мне нужно лишь подождать отката ульты и все. Вот как. Ах ты, бэкдор. А нет, погоди, там мобы есть. Что-то я... Господи. Этот фаталис, ребят, на медузе хрен догонишь. Да, это был мой просчет, каюсь. Что-то я не думал, что ее мобы так быстро подойдут. Но хрен с ним. Играем дальше как есть. Теперь вот эту вот хрень надо заменить на Executioner. 500 скорости передвижения без пассивки. Я думаю, более чем достаточно, чтобы угнаться за ней. О, лагает. Снова. Теперь быка заберем. Пока там линия идет. А, окей.
Окей. У меня больше скорости. Так, я надеюсь, что мой красавчик справится. В принципе, должен. Нет. Плохая была идея. Я не добью. Теперь добью. Your team has destroyed a middle enemy phoenix. Что дальше? Возьмем. Что у нее там? У нее нет пенетры. Да здравствует защита. Плюс баф на урон. Мобы добили. Да, вот такая вот хрень. Бакасура, ребят. Я не получил абсолютно никакого удовольствия от игры за него и от победы. Мне очень жаль и очень стыдно перед Медузой, у которой я выиграл. Она более-менее нормально играет. Исходя из этого. Но, конечно, ей надо было раньше собирать Фаталис и аккуратнее играть в начале игры. Но это уже не важно. В любом случае, всем спасибо за внимание. Не играйте за Бакасуру, он для аутистов. Пока.